теперь непосредственно к футболу мы переходим, к матчу четвертого тура Мелбет первой лиги между футбольным клубом Уфа и Владикавказской Аланией. Алан Хабалов номер 77, 22-й Алан Сараев 22-й, Хетак Хасонов номер 80-й, Артур Галаян номер 20-й. И выглядело это, конечно, совсем по-иному, прям так аппетитно. И мне даже показалось, что какой-то мяч из штанги в ворота залетел. Играть такое количество футболистов Уфы было не суждено. А вот здесь за спину Голубева мяч перелетает, Багаев бьет, Кукушкин убивает перед собой, и Масалов разряжает обстановку. Их уже разыгрывать. Разыграл мяч с Галаяном, и Галаян, и гол! Мяч в воротах перелетел. Он через голову защитников Уфы, и кто там, Багаев отличился? Алан Багаев, да, это именно подачу, он. Подачу, но Камилов заблокировал. Косинтура, неудачный вынос, и Засей бьет, мяч летит в Кукушкина. Кукушкин подстроился хорошо, и мяч отбил ладонями. Не дошло, но обратил на себя внимание наставник Алании, подача с углового, мяч в поле, остается, и снова Багаев головой, и Дубль! Дубль защитник Алании! Гости увеличивают свое преимущество, и второй мяч в этом матче забивает Алан Багаев головой. Тут просто без вариантов, вот момент, Емельянов не попадает по мячу, Жамалетдинов падает в штрафной, и уфимцы требуют пенальти от Артура Федорова. Нет каких-то момент с ударом, и гол! Ну вот это точно самый яркий эпизод матча. Алан Хугаев издали бьет. Не стал Жумлединов ненавишивать, не бить. Удар Камилова! И вот такой красивый гол нам подарил этот матч. И свисток Артура Федорова. 1-3.